Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм», том 20, вопрос 3400. Чем объяснить, что все еще делают выходными днями 7 и 8 ноября? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У власти много коммунистов, которых не повесили, не осудили, как было с фашизмом. Хотя коммунизм принес бед в тысячи раз больше. Демократы все еще боятся восстания зла. И еще потому, что Бог оставляет иногда памятники злодейства, чтобы люди помнили страшное прошлое и каялись. Беру иные статьи из интернета. Только вчера просмотрел 784 файла и кое-что взял на заметку. Цитата. 7 ноября 1917 года, вопреки воле народа, произошел насильственный захват власти большевиками. Во время выборов в учредительное собрание большевики получили менее 20% голосов. Поддержанные и финансированные программы врагами России февральская и октябрьская революции привели к падению русской православной монархии, расчленению России и кровопролитной гражданской войне. Сразу же после ноябрьского путча Ленин ввел, а Сталин продолжил и усовершенствовал массовый террор и расстрелы по классовому признаку, приведшие к физическому уничтожению русского православного духовенства, интеллигенции, офицерства и миллионов рабочих и крестьян. Геноцид, начавшийся 7 ноября 1917 года, обошелся русскому и другим народам России в более 100 миллионов жизней. Привел к сегодняшнему нищенскому уровню жизни и в результате разрушения православной морали к всеобъемлющему разгулу преступности, коррупции и ограбления России, известного после 1991 года под именем рыночной экономики. Вот почему 7 ноября не праздник для русского народа. Это день поминовения жертв коммунистического геноцида. Хотя марксизм перестал быть официальной идеологией в 1991 году, и коммунизм утерял свое значение, коммунисты все еще пытаются вернуться к власти, а коммунизм все еще не осужден как антихристианская, бесчеловечная и антинародная доктрина, заведшая Россию в тупик. Коммунизм должен быть осужден, так же, как был осужден нацизм в послевоенной Германии. Как первый шаг в этом направлении, Ленин должен быть разоблачен как предатель России. Его мумию, все еще почетно покоящуюся у кремлевских стен и позорящую Москву и весь русский народ, нужно убрать, так же, как и памятники этому преступнику по всей России. Правительство Российской Федерации должно заменить празднование 7 ноября всенародным поминовением жертв коммунизма, убрать всю коммунистическую символику, восстановить все исторические звания, названия городов, областей и улиц, найти достойные названия для новых населенных пунктов. Россия должна повернуться лицом к своему тысячелетнему прошлому, а не продолжать кровавые традиции международного коммунизма. Русский народ, переживший многое за свою тысячелетнюю историю, переживет и последствия коммунизма и хаос современного смутного времени и восстановит православную этику, а за ней и экономику в богатейшей стране мира.
Ознаменование 7 ноября как Дня повиновения жертв коммунизма должно стать русским обычаем на вечные времена. Псалом 58:12. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, расточи их силой твоею и не зложи их, Господи, защитник наш. 2 Царств 18:18. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего, и назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня. Свободой воли был я наделен еще в раю в прапраотце Адаме, когда мой сноп избрал не тот наклон, но Бог помог его поставить прямо. Навскидку выбор всюду прилежит, нам через навык, совесть и наитие путь истины усвоить или лжи, и с этим выбором умом и сердцем слиться. В подмогу совести нам Библия дана, в ней голос Божий, слово Иеговы, источник мудрости не вычерпать до дна. Всем выбором кладу его в основу. И голос внутренний подсказывает тихо, то судит жар стыдливости, то холод. Страх Божий поднимает нашу прихоть. Не коршунь, страх Божий подминает нашу прихоть. Не коршунье в душе воркует голубь. Свобода воли. Сколько же ошибок трагических, бесчетных и смертельных, и вожделения нередко не изжиты, воспоминанием греха обсыпан мельник. Мой выбор главный все же состоялся, когда Христа избрал в поводыри, добрел до Вифлеема и склонился в ясли. Он от волхвов мне передал дары. Как приумножить царственный металл и ладан спрятать от монахов черных? Свою решимость смирной пропитал, я жизнь избрал и воскрешен из мертвых. Не сбиться бы, шагая за Иисусом, на горизонте все яснее Голгофа, нам путь указан был предельно узкий, любовь к мирскому при начале схода. Как жаль, любовь к мирскому при начале сдохла. Как жаль, что раньше не избрал Христа, из Библии знакомства с детства не завел. Путь от крещения, все с чистого листа, иначе влево сгинул бы козел. 1 марта 2007 года. Игнатий Лапкин.